Haribo, Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear look, when you me? want me to give class in future, you got to send me the link, you know. Or don't, I've got a lot of links I'm using every day, you know. I can't find your links all the time. You got to give me the link. Yes, Guru Maharaj. I thought that you have, but last times we were the another link. Yeah, and I last moment I remember that you need a sorry. It's my fault. Yeah. Okay. Yes, Guru Maharaj, please, we may begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, Text Number 17. Tejapi. Читаем Тащапи драшту ишашья кутастасья килатмана шриджам шриджами шристохам экшайва биничодита тащапи драшту Шриджам Шриджами Шристохам Икшай Икшая. You can read the word translation. Word translation, Guru Maharaj. Huh? Word translation or translation verse? The translation. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2 глава, 5, текст 17. Перевод. Вдохновляемый им одним, я под наблюдением всепроникающей сверхдуши лишь проявляю то, что уже создано им, Нараяной. И сам я тоже создан им. Комментарий Шрилы Прабхупады. Даже Брахма, создатель Вселенной, признает, что не является истинным творцом Вселенной. Но вдохновляемый Господом Нараяной создает под его наблюдением то, что уже сотворено им, сверхдушой всех живых существ. Даже величайший авторитет во Вселенной признает, что в живом существе пребывают две личности – индивидуальная душа и сверхдуша. Сверхдуша – это Верховный Господь, Личность Бога, а индивидуальная душа – его вечный слуга. Господь вдохновляет индивидуальную душу на сотворение того, что уже создано им. И так, по милости Господа, тот, кто открывает что-либо в материальном мире, заслуживает славу первооткрывателя. Известно, что Колумб открыл западное полушарие, но открытая им часть суши была создана не Колумбом. Этот огромный континент, созданный всемогущим Верховным Господом, существовал задолго до того, как Колумб открыл его. Но поскольку он в прошлом служил Господу, Господь наградил его лаврами первооткрывателя Америки. Аналогичным образом, никто не может создать что бы то ни было без дозволения Господа, поскольку каждый творит лишь в пределах своих способностей, которыми нас наделяет Верховный Господь, в соответствии с нашим желанием служить Ему. Поэтому каждый должен стремиться служить Господу, и Господь наделит его могуществом в той мере, в какой он предался его лотосным стопам. Господь Брахма – великий преданный Господа, и потому Господь уполномочил и вдохновил его на создание этой вселенной. Точно так же Господь вдохновил Арджуну сражаться на поле битвы Курукшетра, сказав ему: «Тасмат вам утишта ешолабхасва джитва шатру раджам самридхам, майя вайтайниха там пурвамева, нимиттаматрам бхавасавья саачи». Бхагавадгита 11.33. Битва на Курукшетре, так же, как и все остальные происходившие когда-либо битвы, произошла по воле Господа, потому что без дозволения Господа никто не в силах организовать массовое уничтожение людей. Когда приспешники Дурьодана надругались над великой преданной Кришной Драупади, она обратилась с мольбой о помощи к Господу и ко всем, кто молчаливо наблюдал за происходящим.
Тогда Господь велел Арджуне сражаться и покрыть себя славой, так как сторонникам Дурьоданы по воле Господа все равно была уготована гибель. Поэтому Господь посоветовал Арджуне стать орудием в его руках и стяжать славу победителя, убив таких великих воинов, как Бишма и Карна. В ведических писаниях, в частности в Катха Упанишад, Господа называют Сарва Бхута Антаратма, что значит личность Бога, пребывающая в теле каждого и направляющая деятельность того, кто предался Ему. Заботу о душах, не желающих предаться Господу, берет на себя материальная природа. Брамаян Сарвабутани Янтра Рудганимая. Поэтому им разрешается действовать на свой страх и риск и пожинать плоды своей деятельности. Однако такие преданные, как Брама и Арджуна, ничего не делают самовольно. Как полностью предавшиеся Господу души, они всегда ждут его указаний и потом уберутся за то, что обыкновенному человеку представляется невыполнимым. Одно из имен Господа – Урукрама, что значит «тот, кто действует удивительным, непостижимым для живого существа образом». Поэтому поступки преданных Господа, исполняющих его волю, иногда кажутся поразительными. Выступая в роли свидетеля всех действий живого существа, трансцендентный Господь наблюдает за тем, что происходит в уме каждого, начиная с Брамы, самого разумного живого существа во Вселенной и кончая ничтожным муравьем. И разумный человек, который способен исследовать свою психическую деятельность, то есть анализировать свои мысли, эмоции и желания, может ощутить неуловимое присутствие Господа. Шилпрупада Киджай. Омагьянатамарандасья гьянанджана шалакая чаксаранмилитаньена тасмай шри гураве намаха ванчакалпатарубьясча крипасиндубайевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So Lord Brahma is replying to the question of Narada Muni. Итак, Господь Брама отвечает на вопрос Нарады Муни. Narada Muni wanted to know if his father Brahma was actually the supreme lord and if he was the actual creator. Нарада Муни хотел знать, действительно ли его отец, Господь Брама, является изначальным верховной личностью Бога и истинным творцом. So Narada had doubts that his father could be the supreme because he saw that his father was doing austerities. Нарада Муни засомневался, является ли Господь Брама верховным, поскольку он увидел, что Брама совершает аскезы. So Нарада could understand that if he's doing austerities, he must be doing them for some purpose to. Нарада Муни задумался, что раз Господь Брама совершает аскезы, может быть, это необходимо для какой-то цели. So Lord Brahma is explaining that he was inspired by the grace of the Supreme Lord Narayan. И Господь Брама отвечает здесь, что он получил вдохновение от Верховного Господа Нараян. And Lord Brahma said, everything is actually has been created by Lord Narayan. Lord Brahma's not taking the credit for doing anything. И здесь Господь Брама говорит, что все уже было создано Нараяна изначально, и это, все это появилось благодаря ему. And Lord Brahma says that he is also created by Lord Narayan. Not only is the material world created by him, but he himself is created by Lord Narayan. И далее Господь Брама говорит, не только материальный мир создан Нараяном, но я сам создан им.
So Lord Brahma doesn't want to, he's not cheating, he's not trying to take the credit for something which he is not. Здесь Господь Брама честен, и он не пытается присвоить себе то, что ему не принадлежит. And whatever Lord Brahma is creating, it is due to the inspiration from Lord Narayan. Таким образом, что бы ни проявил, ни создал Господь Брама, это сделано благодаря вдохновению, полученному от Господа Нараяны. So the Lord is situated in the heart of all living entities as the super soul, and he inspires living entities in different ways. Итак, Господь находится в сердце каждого живого существа, и он вдохновляет разными способами. Sometimes the Lord will inspire a devotee to do something which the Lord has already done. Господь, как сверхдуша в сердце, вдохновляет, например, преданного сделать то, что он сделал. Он уже сделал. So Prabhupada in the purport, he says how people take the credit for discovering something, but they didn't make it, they didn't create it, it was all done by the Lord. Шрила Прабхупада в комментарии объясняет это, как различные живые существа получают лавры первооткрывателя, хотя это уже было создано Верховным Господом. Scientists do research, finding out about different atoms and molecules and atomic structures. But these things are all created by the Supreme Lord. Ученые делают различные исследования молекул, каких-то структур, прочего, то, что создано Верховным Господом, но они при этом исследуют это. So we see how people get credit for doing things. They discovered this, just like Prabhupada says, Columbus got the credit to go to America, he discovered America. И Шрила Прабхупада приводит в комментарии, как разные живые существа получают награды за то действие, которое уже было создано Господом. Приводит пример Колумба и открытия Америки. But America was already there. He didn't discover it. But it was already, he didn't make anything. He just went there and he found the place. То есть Америка уже существовала, ее не создавал Колумб, он просто приехал туда и нашел это место. So Prabhupada applies the same principle in relation to Arjuna, the battle of Kurukshetra. И также Господь вдохновлял Арджуну сражаться на поле битвы Курукшетра. Arjuna, in the beginning, he didn't want to fight, but Krishna encourages him to fight. Арджуна вначале не хотел сражаться, но Кришна так или иначе вдохновил его на сражение. And then in the 11th chapter, Lord Krishna Prabhupada quotes this famous verse from the 11th chapter. Krishna had shown the universal form to Arjuna, and he was showing him how all the people are going to die. Bhishma and Drona and Karna, everybody, they're all going to die. Шрила Прабхупада здесь приводит известный стих из 11 главы Бхагавадгиты. В этой главе Кришна показал вселенскую форму Арджуне,
И было видно, как все умирают, все уже, их судьба предрешена, судьба Бишмы, Дроны, Карны. So, Lord Krishna tells Arjuna, just become an instrument in my service. И тогда Кришна сказал Арджуне, просто стань инструментом в служении мне. Lord Krishna is encouraging Arjuna to do his duty, but to do it in a detached manner. Господь Кришна вдохновлял Арджуну выполнять обязанности, но с настроением отречения. The Lord Krishna wants Arjuna to fight, but he wants him to know that actually it's all, actually he's just an instrument, that it's all been made, it's all taking place by the will of Krishna. It's okay, you can go, Prabhu. Так Господь Кришна вдохновлял Арджуну сражаться, но с пониманием того, что все уже происходит здесь по воле Кришны. Lord Krishna is the, he's the ultimate doer. He's the cause of all causes. It's actually all his arrangement. Господь Кришна – конечный действующий во всем мироздании. Он – причина всех причин всего, что происходит. The living entity... Living entities have that free will, that they can act in the service of Krishna, or they can act independently of Krishna. У живых существ есть только право выбирать свободу воли служить Кришне или служить не или действовать независимо от Кришны. If somebody is surrendered to Krishna, then they act in the service of Krishna. And somebody is not surrendered, then they act under the material nature. Если кто-то предается Кришне, тогда он действует под контролем Кришны. Если же он такая личность действует независимо, то она все равно действует под контролем, но материальной природы. The free will of the devotee is either to surrender to Krishna or to surrender to the material energy. Свобода воли заключается в том, кому предаваться, воле Кришны или контролю материальной энергии. If we surrender to the material energy, then we are controlled by the three modes of nature. Если мы предаемся материальной энергии, то мы находимся под контролем трех гун материальной природы. Mostly under the control of the mode of passion and the mode of ignorance. Главным образом под контролем гуны страсти и гуны невежества. So people who don't surrender, they act under the influence of the material energy, and they suffer. Поэтому те, кто не преданы Богу, они действуют под контролем материальной энергии и страдают таким образом. But if a devotee surrenders to Krishna, then Lord Krishna helps them to accomplish wonderful things in his service. Но если преданные предаются, если преданные вручают себя Господу Кришне, тогда Он помогает им совершать удивительные вещи. By the arrangement of Lord Krishna, Arjuna is being encouraged to fight, and Lord Krishna is telling him that all of these people, they're going to die. Bhishma, Karna,
Дрона. Кришна так устроил для Арджуны, что все эти люди должны умереть. Бишма, Дрона. The Lord tells Arjuna that if you fight, you will get the credit. But if you don't fight, they're going to die anyway. Господь Кришна сказал Арджуне, если ты будешь сражаться, то ты получишь славу. Если же нет, в любом случае они умрут. So Lord Krishna is encouraging Arjuna just to be like an agent, and he will get the credit for the victory in the battle. But actually, it's arranged by Krishna. Поэтому Господь Кришна вдохновлял Арджуну действовать как его представитель и получить лавры победителя в этой битве, которая и так была предрешена по воле Господа. In the same way, Srila Prabhupada, Lord Chaitanya predicted that the holy name would be spread in every town and every village. So Prabhupada encouraged us to preach and get the credit. He said, if you do it, if you go out and preach, you'll get the credit. But if you don't do it, somebody else will come. They will do it. They will get the credit. Поэтому Господь Читания предсказал, что сознание Кришны распространится в каждом городе и деревне. И потому Шрила Прабхупада вдохновляет нас проповедовать и получить лавры победителя и награду, славу. А если же мы не будем этого делать, так или иначе, это осуществится, это сделает кто-то другой. For distributing the holy name, but it's going to happen. If they don't do it, somebody else will do it, and they will get the credit. But Lord Chaitanya has already said it's going to happen. It just takes somebody who's willing to be the instrument in Krishna's service. Господь Читания предсказал, что святое имя распространится, и поэтому, если мы это делаем, мы получаем, мы становимся прославленными, мы становимся победителями, но если мы этого не делаем, тем не менее святое имя будет распространяться, поскольку это предсказал Господь Читания. Вопрос лишь в том, кто готов служить. So Srila Prabhupada tells us one of Lord Krishna's names is Urukram, meaning one who performs very wonderful activities beyond the imagination. Шрила Прабхупада говорит здесь, что одно из имен Господа Урукрама, что значит тот, кто действует удивительным, непостижимым для живого существа образом. So some devotees, they will perform activities also, which are very wonderful, which are beyond the imagination. Также и некоторые преданные, которые выполняют волю Господа, их поступки иногда кажутся поразительными. They get the ability, they get the expertise by the grace of the Lord. Krishna empowers them to perform wonderful activities. Они получают возможности, эти способности от Кришны. Кришна уполномачивает их. We say there's a verse: Mukam karoti vachalam pangam langayate grim yar kripa tamaham bande shri gurum diratarinam. By the mercy of the spiritual master and Lord Chaitanya, a lame man can cross mountain, a blind man can see the stars, a dumb man can recite poetry.
Мы знаем этот известный текст «Мукам короче вачалам пангум влагает грим» от Крипата Махамбандеши Курундина Тарана. По милости духовного учителя хромой перейдет горы, а слепой увидит звезды в небе, а немой заговорит стихами. So Lord Krishna, who's in the heart, he gives us the intelligence how to act, how to perform activities for his service. Тогда таким образом Господь Кришна, который находится в нашем сердце, даст нам разум, как правильно действовать в связи с служением Ему. And those devotees who are pure at heart, they can feel the presence of the Lord in the heart. They can feel Krishna telling them what to do. Те преданные, кто чист сердцем, преданные видят присутствие Кришны и знают, что необходимо делать в соответствии с волей Кришны. And we can judge by the results. When somebody tries to do something, that if they get the wonderful results, it's by the grace of Krishna. И мы можем судить по результату. Те преданные, кто добились удивительных результатов, это произошло по милости Кришны. But sometimes, of course, a devotee is also inspired by the Lord and his endeavoring, but he doesn't get any results. Но бывает также, что преданный старается совершать какие-то попытки для Господа, но не достигает результатов. But they were sincerely endeavoring for the service of Krishna. Но он искренне старается для служения Кришне. So that attempt to do something for the service of Krishna, that is also wonderful. Но даже сама попытка стараться сделать что-то для Кришны, они также поистине чудесны. Prabhupada liked to see the devotees try to do something, that they would, the devotees would make great efforts, and Prabhupada would appreciate their endeavor. Прабхупада любил, когда преданные совершают попытки служить Кришне, когда они искренне пытаются сделать что-то, прикладывают усилия. Особенно, что касается преданных, которые проходили какие-то опасные ситуации в своем служении, Прабхупада в первую очередь заботился об их безопасности. So a devotee is always surrendered to Krishna. He wants to surrender. And that surrender means also being guided by Sadhu, Shastra and Guru. Поэтому преданные хотят служить Кришне. Они вручают себя, предаются Кришне. И предание означает быть под контролем саду или руководствоваться источниками саду, шастрами и гуру. We cannot just simply say, Krishna told me from the heart. We have to confirm what is the feeling of the heart. We have to confirm that with the teachings of the sadhus and the guru. Мы не можем просто сказать, вот мне Кришна вдохновил из сердца. Это желание или импульс должно быть подтверждено словами Писаний, примерами саду и словами гуру. It's very difficult for us to keep a pure heart and just simply know
what is actually coming from the heart, from Krishna, and what's coming from our own misuse of Krishna's teachings. Нас поддерживать чистоту сердца, поэтому мы не можем просто руководствоваться какими-то словами, которые приходят из сердца. So Lord Brahma is being very honest and he's telling Narada Muni the actual situation, that Lord Brahma is telling Narada that he's just a servant and Lord Narayan is the actual doer. Поэтому Господь Брама был честен, и он сразу указал на Верховного Господа как на того, кто является истинным действующим или творцом во всем мироздании. So Lord Brahma is also telling us how Lord Narayan is in the heart. In other words, that there's the super soul and the living entity. There are two souls in the heart. И сам Господь Брама признал, что в живом существе пребывают две личности, индивидуальная душа и сверхдуша. The monists, the impersonalists, or the gyanis, they think there's only one. They think there's only the one soul. But they do not understand there's actually two souls. There's the individual soul, which is the jiva, and there's also the super soul. Гьяни или имперсоналисты, они предполагают, что существует одна душа. Но это не так. На самом деле в теле каждого живого существа присутствуют две души. Индивидуальная душа, джива, и сверхдуша, или Верховный Господь. So these two souls are in the heart of all living entities. Таким образом, две души находятся в сердце каждого живого существа. Okay, so a devotee is always ready. Is always ready to hear from Krishna from the heart. That inspiration can guide the devotee, but at the same time, devotee has to confirm that inspiration from the heart with the teachings of Sadhu, Shastra, and Guru. Поэтому преданные вдохновляются получать руководство сверхдуши сердца, импульс вдохновения. Но это вдохновение, этот импульс должны быть подтверждены словами писаний, саду и гуру. So we cannot just simply depend on the heart alone, because we're not so pure to be guided just by the heart. Мы не должны принимать на веру просто импульсы сердца, потому что зачастую сердце нечисто. Okay. Maybe we'll stop and ask if there's some questions. Хорошо, на этом мы остановимся. Может быть, будут какие-то вопросы. Маджива Тишачи, ваш вопрос, потом Аджахладини. Хари Кришна, Гуру Махараджи, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Каковы критерии, каковы признаки Шакти Веша Аватары? То есть мы знаем, например, что Иисус Христос был Шакти Веша Аватары,
Что насчет других личностей, тоже очень могущественных, которые оказали какое-то влияние на людей, возможно, святых личностей, или вот сегодня Гуру Махарадж говорил об учениках Прабхупады, о том, что они тоже совершали какие-то удивительные деяния. То есть какова разница между тем, кто настоящий Шактивеша Аватара, то есть уполномоченный Кришной, и между теми, кто просто являются какими-то могущественными личностями? То Хари Кришна Диа Гуру Махарадж, Диа Девотис, Писах Сет Майхам Баладесенца, Сугори Сушила Прабхупада. Гуру Махарадж, what are the criteria of Шакти Веша Аватара? Because we know, for example, that Jesus Christ was the Шакти Веша Аватара. And what about other powerful persons, maybe saint persons, who had a lot of influence on people? Maybe you spoke today about Srila Prabhupada's disciples. They did a lot of amazing activities. So what is the difference between real Shakti Vesha Avatara and just powerful person? Guru Maharaj, can you hear us? Can you hear us? The question from Ajiva Chishan. I didn't hear a question. Okay, Gurudev, I can repeat. So what is the difference between the real Shakti Vesha Avatara and just a powerful person, saint persons? Maybe you told us today about Srila Prabhupada's disciples who did a lot of amazing activities. We know that Jesus Christ was Shakti Vesha Avatara. And what about others? Powerful. Well, Shakti Vesha avatars will be mentioned in the scriptures, right? The avatars are all mentioned in the scriptures. Somebody's an avatar, it will be mentioned in the scripture. You have to support it with scriptural evidence. Shakti Vesha avatars должны быть упомянуты в писаниях. Мы должны руководствоваться перечислением Шакти Веш Аватар в Писаниях, чтобы это было доказательством. You can't be an avatar without having evidence from the scriptures to support it. Нельзя считать кого-то аватара без подтверждения из Священных Писаний. Okay. So, Guru Maharaj, and who was Shakti Vesha Avatara except Jesus Christ? Because I didn't know other avatars. Maybe Muhammad or not? Русский. Да-да. А кто был настоящим Шакти Веша Аватара? И тогда вот я кроме Иисуса Христа больше никого не знаю. Может быть, пророк Мухаммед тоже был? Well, there's some reference to Jesus Christ also in the scriptures. Ну да, на ссылки некоторые на то, что Иисус Христос был Шакти Веша Аватара, есть в Священном Писании. So, Gurudev, does it mean that we have only one Шакти Веша Аватара? То есть у нас только один Шакти Веша Аватара есть? We get only one Шакти Веша Аватара? Yes, it seems like this, yeah? Or I'm not right? Where do you get one? Who is that one? You spoke about Jesus Christ, that there are some reference about him in the scriptures, but he is only Shakti Vesha Avatara, yeah? Well, Lord Buddha is also there. Речь идет о том, что кто же все-таки еще Шакти Веша Аватара. Гуру Махарадж говорит, ну, также Господь Будда упоминается. Шрила Вьясадева there. Шрила Вьясадева также Шакти Веша Аватара.
Гуру Махарадж, sorry, Гурудев, I mean in modern time. Well, Шрила Прабхупада, yes, we know that Шрила Прабхупада is also Шакти Веша Аватара. Well, you have to support that with evidence from the scriptures. Речь идет о том, что, а кто в настоящее время, Шакти Вишватара слышал, что вроде как Шрила Прабхупада, также Гуру Махарадж говорит, что должен быть... There is a reference about a general of the Sankirtan army that some, you know, mentions about the Senapati, the general of Lord Chaitanya's army. And someone will come to lead the Sankirtan army. So that reference is there. So you could give that title to Srila Prabhupada. You could say it like that. Of course, not everybody may accept that. Что касается Шрилы Прабхупады, есть упоминание в шастрах о том, что придет генерал армии Господа Чайтаньи, армии Санкиртаны, Сенапати Бхакта, Сенапати означает главнокомандующий. То есть вот такие определенные ссылки есть, и мы можем сказать, что это очевидно Шрилы Прабхупады, больше никому другому это определение, возглавляющий целую армию мировой Санкиртаны, никому не может больше принадлежать. Not everybody accepts Lord Chaitanya as being an avatar. You know, the other Vaishnava Sampradayas, you know, Sri Vaishnava Sampradayas and like that, they won't accept Lord Chaitanya as being an incarnation of God. They will just say he's a great devotee. Хотя в других сампрадаях может, да, могут даже не признавать Господа Чайтанью, что он Верховный Господь. Например, в Шри Сампрадае они говорят, что он просто великий преданный. So, it's up to everybody how you interpret the scriptures. Это лишь вопрос того, как мы трактуем Священное Писание. Yeah. You have to be guided by Sadhu, Shastra and Guru. Но мы должны руководствоваться словами Шастра, Гуру и Саду. But there are different sadhus, and there are different gurus, different shastras. There's so many conflicting evidences. Существует много саду, много шастр, много гуру. So what is your opinion may not be accepted by somebody else. Мы не можем принимать какие-то другие от кого-то еще, какие-то другие доказательства или высказывания от кого-то еще. You may claim this devotee is a Shaktivesha avatar, but it doesn't mean everybody else accepts that he's a Shaktivesha avatar. Вы можете кого-то назвать, какого-то преданного назвать Шактивеша аватарой, но это совершенно не означает, что это будет принято. Okay. Thank you very much. Thank you very much, dear Guru Maharaj. It's clear now. Hare Krishna. Следующий вопрос, Маджа Хладини. Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, поклоны примите, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Я вот поконспектировала, и вот там, получается, сказали, что... В общем, все зависит от милости. Тот, кто добился результата, то это происходит по милости Кришны. И бывает, человек старается и не достигает результата. И получается, вот тоже стараешься, а получается, что как будто и стараться не надо. То есть вот непонятно тогда, что ценит Кришна. То есть стараешься, и может не быть результата. И все от милости. Можно вот тут вот немножко, может, поподробнее? Спасибо, Кришна. В чем стараться-то? Ну, в чем стараться? Харе Кришна. The question from Аджи Хладини. Dear Guru Maharaj, please, my best say thank you for your class. You mentioned today that sometimes devotee try to
do something, try to put efforts, but not get results. And he get only by mercy of Krishna. So I cannot understand how should we put efforts if everything by the mercy of Krishna. And sometimes we try to do something but not get results. So how should we endeavor and put efforts? Well, we don't know what is Krishna's plan. You have to endeavor. You have to endeavor, and then you have to see what the results are. We're not attached to the result. We're attached to the service. It's the service which is pleasing Krishna. The results may appear, results may not. Мы не знаем, каков план. Поэтому мы должны стараться делать для него. А результат от нас не зависит. Мы не должны быть привязаны к результату, мы должны быть привязаны к служению. Дело для Кришны. Yeah, I'm still going to. Hare Krishna, what's happening? Yes, Guru Maharaj, I translate your last sentence about we need to be attached to service, not to result. Right, okay. So why should we endeavor? Yeah, because we don't know we don't just think only, this will not be successful, but we simply want to do service. Just be satisfied to serve. The results are given by Krishna. The results are for Krishna, not for us. But the endeavor, Krishna is pleased when he sees us endeavor. Участник по имени Двити, пожалуйста, выключите микрофон. Гуру Махарадж говорит, что поэтому мы должны стараться и делать усилия. И Кришна удовлетворяет именно усилия, которые мы совершаем. Krishna wants to see how much eagerness you have for service. Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj, your last sentence is broke. I said Krishna wants to see how much eager you are to do service. Krishna хочет видеть, насколько мы стараемся сделать что-то для него в служении. Driti, please switch off the microphone. Thank you. Yeah. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Так, следующий вопрос. Next question from Mataji Vaishvani. Hare Krishna Guru Maharaj. It is said here that the Lord will empower the doer in proportion to his surrender unto the lotus feet of the Lord. How can we find out about how much we have surrendered to the Lord? What should be our attitude in doing a service? Well, our attitude should be surrender.
Our attitude should be that I'm an insignificant servant, and I'm offering, I'm so fortunate, I'm given this opportunity to try to render service for the Supreme Lord. Матаджи Вайшнави Вани задала вопрос. Здесь говорится в этом стихе, что Господь уполномачивает человека в той степени, в какой он предается верхолотосным стопам Господа. Вопрос, как мы можем определить, что мы предались Господу? Каково должна быть наше настроение в совершении служения? Гуру Махарадж отвечает, наше настроение – это «я незначительный слуга». И я счастлив делать какое-то служение для Верховного Господа. What was the first part of the question? A first part. How can we find out about how much we have surrendered to the Lord? You can find out by how much you're free from material desire. Вы можете определить, насколько вы предались Господу по тому, насколько ослабли материальные желания, насколько вы свободны стали от них. If we're still keeping desires in our heart for sense gratification, then this is because we have not fully surrendered. Мы можем определить по тому, насколько сердце очистилось, и мы предаемся и стали свободны. Okay. Надеюсь, это понятно. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Так, следующий вопрос. Бхактин Анастасия. Потом Саша Прабу. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, поклон. Спасибо за лекцию. Хотела спросить. Вот Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что Брахма и Арджуна, они хотели вот служить Господу. Господь им давал как бы указания, и они хотели следовать. А вот как для нас, что, как нам узнать указание Кришны? Что для нас указание Кришны? Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, the question from Ajanastia. Хари Кришна, Гуру Махарадж. In purport, это в этом тексте? Да, да, Дридхарна Прабу в этом, там в конце. Ага. Я могу посмотреть поточнее, если надо. Ну, понять, где это, чтобы я прочитал. Yeah. Yes, Gurmaj, try to find the quotation. Как мы Джина Стасива нашли? Можно, Анастасия? Я выбила, похоже, пропущу. Что-что? Нету. Вас плохо слышно, Маджи Анастасия. Ее нету, ее выбила, Дридхарана Прабу, нету.
Ну, тогда давайте перейдем к другому вопросу, а потом она добавится, и мы продолжим. Так, следующий вопрос, Саш, Прабу, вы его зададите или мне прочитать из чата? Так, ладно, из чата прочитаю. So, Guru Maharaj, Maji, Anastasia is disappeared from the chat. So, now I go to another question from Alexander. Bhakta Alexander asked, why Lord Brahma said that Krishna created him? Because we know from Bhagavad Gita that soul never be created. No, he created the body, he didn't create the soul. Господь Брама здесь говорит, что Нараяна создал его тело, а не душу. He created the body which Brahma used for a position. Brahma is a position. Position in Brahma. The universe as the first living entity. He doesn't have any mother. He's born from the lotus flower. So that's the creation. That body is created by the Supreme Lord. В этом же тексте речь не о душе идет. Здесь идет речь о Господе Браме, который является. Так Брама это положение. То есть это первое живое существо, которое появилось на свет не благодаря отцу и матери, а живое существо, чье тело вышло из цветка лотоса. Об этом речь. Окей. Вот так. Так, Маджи Анастасия, еще раз задайте свой вопрос. Next question, Гуру Мадж. Хари Кришна. Меня просто выбило. Там получается... Да, в конце, там, где перед Урукрама, вот говорится о том, что Арджуна и Брахме Господь давал указания, они хотели им следовать. Хотела вот спросить, а что для нас, вот Арджуна и Брахма, они лично общались с Господом, а мы как можем узнать указания, чтобы тоже следовать им? Харе Кришна. Все понятно, спасибо. The question from Bhaktin Anastasia. In the purport, we read that Srila Prabhupada said such devotees like Brahma or Arjuna as fully surrendered souls always wait instructions of the Lord. And her question, which instructions for us is first? How can we get instruction from the Lord? Brahma and Arjuna can see Supreme Lord personally, but for us, which instruction is in priority? Well, the instructions of the spiritual teachers are there. Для нас приоритетными являются наставления духовного учителя. Yeah, we get instructions from the gurus, you know. We get instructions from the scriptures also. We get instructions from sadhus. Мы получаем наставления из священных писаний от гуру. Мы получаем наставления из священных писаний также и получаем наставления от саду. Хари Кришна, спасибо большое, понятно все. Хари Кришна. Хари Кришна, thank you very much. It's clear for me. The spiritual master is considered the external manifestation of the super soul. Духовный учитель считается внешним проявлением сверхдуши. The Srila Prabhupada's instructions are there. А наставление Шрилы Прабхупады с нами. It's not that Prabhupada has to come personally to instruct.
But Prabhupada gave instructions to many devotees. Many different devotees got instructions, and sometimes the instructions were not able to be carried out. So the instructions are still there. They're still waiting for people to come along and take up the instruction. Наставления Шрилы Прабхупады не были сами по себе. Они... Too difficult for you to translate, is it? Yes, Guru Maharaj, I cannot find the Russian equivalent, sorry. Yeah, I cannot find this meaning. Well, I'll give some examples, just like Prabhupada told devotees to preach to the scientists. That they should preach to the scientists that life does not come from chemicals, but life comes from life. So there's a lot of work still to be done there in preaching to the scientists. You know, some devotees began it, but there's so much more to be done. So devotees have to take up that work. Я приведу пример. Например, Шрила Прабхупада дал наставление проповедовать ученым о том, что жизнь произошла из жизни. Но это потребовало большой работы. То есть это потребовало... Для того, чтобы это делать, требовалось очень много подготовки к этому. Prabhupada wanted us to preach to the scholars, to preach in the universities, in the educated circles, and to establish the Krishna conscious philosophy there. Шрила Прабхупада давал наставления проповедовать ученым, проповедовать в университетах, проповедовать в ученых кругах, утвердить там философию сознания Кришны. People only know about Hinduism through their own you know, a lot of impersonalism. They don't know about Vaishnavism. Very, very rare people know anything about Vaishnavism. So we have to present the teachings. Почему это было важно? Почему Прабхупада дал такое наставление? Почему Шрила Прабхупада дал указание представить философию сознания Кришны? Потому что очень большая часть мира знает индуизм только как имперсонализм. Очень-очень редкие люди знают что-то про вайшнавизм. Об этом очень мало представлений. Мы должны представить учение правильным образом. Yeah, is there any more questions? Yes, Guru Maharaj, there are two questions. Так, Маджива Чач, потом Маджива Раджарани. Харе Кришна, Диа Гурудев. Да, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вопрос такой. Оказывается, получается, что Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит были родственники, потому что Шукадева Госвами сын Ясадевы, а Махараджа Парикшит, получается, его потомок, там праправнук, кажется. Потому что, несмотря на то, что Арджуна все равно ведь считался сыном Панду, несмотря на то, что он был сыном Индры на самом деле. Так вот, вопрос, имеет ли этот факт вообще какое-то значение, потому что получается, что у Бхагава там как бы он передавался вот в рамках, ну, потомков Вьясадевы, в рамках одной семьи. So, Гуру Махарадж, my question is, it turns out that Махараджа Парикшит and Шрила Шукадева Госвами were relatives. Because Maharaja Parikshit was a great, great grandson of Vyasadeva, and Sukadeva Goswami also was a son of Vyasadeva. So, is there some point in this fact that because it turns out that Srimad Bhagavatam was passed down in one family? From one descendants of Vyasadeva to another.
So is it some point in this fact or because all facts joined to Srimad Bhagavatam all are very important. And what about this one? No. I don't think it's not a point which any of the acharyas stress. The two of them, they never met until Maharaj Parikshit was preparing for death. But the thing they have in common is that they're both devotees of Krishna. I mean, that's the important thing, you know, just being in the same family, that's not such an important thing. I mean, it's nice, you could say, that, yeah, they're both devotees. Why are they both devotees? Because they're connected. We could say we're all one family, you know, we're all sons of Krishna. Krishna's the father of everyone, so we're all one family. Я нигде не встречал, чтобы это упоминалось у ачарьев. Не так важно, может быть. Это важно то, что они были оба преданными Кришны. Вот это важно. То, что они в одной семье. Ну, в конце концов, все мы в одной семье, все мы сыновья Кришны. But I don't think it's a very important point. Я не думаю, что это такой важный момент. Next question, very much. Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, преданный. Hare Krishna, going to our college. Oh, okay. You know, Uttam Prasad Prabhu, Uttam Prasad Prabhu. Yes, yes. Yes, sir, he's going to be. You're going to college tomorrow. Okay, wish you good luck. Going to Chennai, yeah? Yes. Okay. Pretty much scared. No, I already explained this. Vellore, huh? Vellore. Okay. Maharaj, my father gave this. Okay, thank you very much. Maharaj, I would like to take a blessing. Yes. Tomorrow. Tomorrow I'm leaving, yeah? Yeah. Okay. So work hard. I've been panicking since 3-4 days. Maharaj. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. This is my brother. Your brother, eh? Yeah, both son. Two son. Okay. Good. Sorry for interrupting. No, okay. Thank you. Thank you so much, Maharaj. Wish you good luck. Take care there. Hare Krishna. Okay, Prabhu, yes? Ага, Маджураджарани, пожалуйста. Ага, мои поклоны примите, пожалуйста. Все слава Шрили Прабхупаде, Гуру Махарадж преданный. Вопрос по 11-й песне. В 11-й песне, когда Кришна дает наставление Удхаве, он рассказывает о поклонении божествам. И там, кажется, ученики в комментарии Шрилы Прабхупады говорят, что когда мы призываем божество перед ему поклонением, там читаются мантры, чтобы сверхдуша вошла в божество. Ага. И вот в 11-й песне тоже где-то говорится, что божество — это отображение, это параматма, да, вот что-то такое есть. И вот у меня вопрос. Мы, когда поклоняемся божеству дома, как это происходит и почему божества, воплощение параматмы, как на нас это влияет, ну как отражается? То есть они нам что, дают наставления божества, корректируют нашу жизнь? То есть если они как параматмы, они знают, получается, о нас все. Ну вот можете сформулировать, Тридхара Прабху? Вопрос вас сформулирую я. Не, ну как я понял. Я понял первую часть, то есть о том, что, ну, то есть вот эту как бы шапку я понял философскую. Но вот немножко вопрос не очень понятен. Мы же божества
поклоняемся, потому что они нас очищают, это Арчана просто. Я не очень понимаю, как бы, куда тут Матма-то. Мы же не общаемся с божествами, как вот напрямую, мы просто совершаем Арчану для них. Как, но они же как божества, или... они же знают о нас все. То есть они как Параматма как-то нами руководят, получается. Так. Какие-то наставления дают. Вот. Так ли это? Так... Да, 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 да. Угу. Спасибо. Okay. The question from Madhvrajarani. We know in 11th canto of Srimad Bhagavatam, in Uddhava Gita, we may read about worshipping to the deities. Lord Krishna is giving instruction to the Uddhava and explaining to him about worshipping deities. And disciples of Srila Prabhupada in purport said that deities is like a reflection of Paramatma. So the question, when we worship to our home deities, does it mean that we connect to Paramatma? Does it mean that our home deities to give us some instruction or like this? Can you elaborate this point, please? I never had this before, that the deity is like a reflection of Paramatma. Where is this from? А где это говорится, что божества – это отражение Параматмы? В 11-й песне. Madhvrajarani said that it import in 11th canto of Srimad Bhagavatam. Вы найдите этот текст? Нет, это было давно. Я не могу найти, я не сохраняла этого. Но это в 11-й песне написано. Madhvrajarani said that she can't find this verse, but she remember that somewhere in 11th canto of Srimad Bhagavatam. I never heard it before, I don't know. Я никогда об этом не слышал, не знаю. До этого никогда об этом не слышал. Anyway, I'll go through the 11th canto and see if I find that. Guru Maharaj, I tried to find maybe some another meaning in the purport, maybe a Russian translation or like this, so I tried to find anyway. Because it's Uddhava Gita, chapter of Uddhava Gita, maybe I can find. Yeah, it's not Prabhupada, it's, you know, it's somebody else's. Mm-hmm. And what's her, she's asking about that, if it's a reflection of the Super Soul, how to see that in the deities at home? Yes, the question is, does it mean that when we worship to the home deities, so our home deities to act as Paramatma? Oh, and correct us and know anything about us. Адхитхарана Прабху, там же в комментарии написано, прям Кришна говорит, что они призывают Параматму войти в божество. То есть и до этого тоже было, что Параматма присутствует там, именно как бы, который знает о нас. Madhvrajarani said that in verse there is a words that devotees invite Paramatma to the deity, to come into the deity. But I don't know. Well, deity is Krishna, right? Yeah. Deity is not just Paramatma, deity is Krishna. Божества – это сам Кришна, это не Параматма. Не так ли? Параматма is only a partial part. Параматма – это лишь частичное проявление Кришны. But Krishna himself, you know, Krishna is the Swayam Bhagavan. He's the Archamurti. That Krishna comes with the deity. So it includes Brahman and Paramatma. Paramatma and Brahman are all there within Krishna. Итак, Верховный Господь входит
Арча Виграха или Арча Мурти – это сам Верховный Господь Кришна, а Параматма – это частичное проявление. Безусловно, в Господе Кришне присутствует и Бхагаван, Бхагаван Параматма и Брахман, но Параматма – это часть Кришны, неполная. Понятно, Хари Кришна. Yeah. So yes, you should see the deity not just simply as Paramatma, but we see the deity as Krishna himself, the original Swayam Bhagavan, Krishna. Да, в божестве может присутствовать Параматма, но мы видим божество как изначального Господа Кришну, Свайам Бхагаван. Во, нашла. У меня сохранено. 11.2.47 написано: божество дублирует функции свердуши, сопровождая вайшнава в его повседневной жизни. 11.2.47. Ну, я не знаю, где это, может, там комментарий огромный. Но это да, это 47, это прям это. Я сейчас Гуру Махаштурасу нашел. Мне только нужно время, я должен английский вариант открыть. Потому что то, что написано по-русски, не факт, что написано по-английски. Маджираджирани found the verse. Маджираджирани found the found number of verse in 11th canto. So I open English text, Guru Maharaj. Just 1 minute. Oh, Krishna. Yeah. Shrimad Bhagavatam. 11. 11. Thank you. I see. So, text number 47. A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple, but does not behave properly toward other devotees or people in general, called a prakrita bhakta, a materialist devotee, and is considered to be in lowest position. Маджираджирани, это в комментарии или где? Это в комментарии, да. Я ищу там длинный комментарий. О, Кришна. So, древних функций свердуши, вот так вот начинается. So we try to find in purport, because purport is quite vast. Может быть, потом тогда оставить. Что, попробую сейчас найти, если удастся. Про Мадвачари идет речь. Как еще раз начинается по-русски? Божество дублирует функции сверхдуши. Божество дублирует функции сверхдуши. Божество. Так, сейчас найдем. Тут в основном про полубоков идет, про Каништа Кикари. Какой номер? 47-й текст? Ну да, у меня помечено так. 47-й, окей, я просто уточняю. Так, вот, yes, Guru Maharaj, I found. According to Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, a Kanishta Adhikari should very seriously engage in regulated worship of the deity. The deity is a particular incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Lord Krishna can present himself before the worshipper in 5 different manifestations, namely his original form as Krishna, Para, his quadruple expansions, Vyuha, his pastime incarnation, Vaibhava, the super soul, Antaryami, and the deity, Archa. Within the deity form, Archa is the super soul, who in turn is included within the Lord's pastime form, Vaibhava. Say that last. What was that last sentence? A last sentence. Lord Krishna can present himself before the worshipper in 5 different manifestations, namely, his original form as Krishna, Para, his
quadruple expansions, Vyuha. Quadruple expansions, Vyuha. His pastime incarnations, Vaibhava. The super soul, Antaryami. And the deity, Archa. Within the deity form, Archa, is the super soul, who in turn is included within the Lord's pastime forms, Vaibhava. Within the deity is the super soul? Yes, within the deity form is the super soul who in turn is included within the Lord. Pastime forms. Okay. So? But different ways in which we can view the deity. Bhaktisiddhanta Sarasvati is pointing out different understandings how to view the deity. Здесь Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, как Господь предстает перед поклоняющимся. According to Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, the deity is a particular incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Yes. So, и в чем... Ну вот, собственно, здесь Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, как Кришна предстает в разных формах перед поклоняющимся. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Следующий вопрос Матаджи Акути. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, слышно меня хорошо? Я тут просто в дороге еду. Слышно вас хорошо, Матаджи Акути? Угу. У меня вопрос вот такого. Вот у меня есть, знаете, понимание, представление такое, что отрешенная жизнь, да, это вот отказ вот от материальных каких-то вещей, это значит вот, как это, полное погружение в Кришну, это значит, ну, ни семья не нужна, ни дети, ни работа, ну, то есть какое-то такое ложное представление. Как вот прийти к такому осознанию, что материя и дух, они как бы взаимосвязаны, неотделимы. То есть пока есть вот представление такое, что отрешенный человек — это вот, ну, саньяси, да, либо монах, да, который вот проповедует славу святого имени, а все остальное — это майя. Как прийти к чему, к пониманию, что... Ну, материя и дух, да, то есть они неотделимы, взаимосвязаны. Так. Как прийти вот к этому осознанию? Ну, что все есть от Бога. Что все есть Верховный Господь в этом смысле. Да, да, да. The question from Ajakuti. I think about detached life, that sometimes somebody think that detached life means we give up families, children's works, our work, and so on. How can we accept proper understanding, right understanding, that material energy and spirit energy is connected with Krishna? How can we find the right understanding of detachment? Well, you have to be guided. You have to be guided by the Shastra, by the teaching. What is proper detachment?
Rupa Goswami said, Nirbanda Krishna Sambande Yukta Vairagya Uchite. So proper detachment is to see everything in connection to Krishna. Нужно находиться под руководством. Вам нужно находиться под руководством шастры. Там дается правильное определение отречению. Рупа Госвами говорит «Нирбандха Кришна Самбанхе Юкта Вайрагим Учете». То есть все, что не связано с Кришной, видеть в связи с Кришной. So we don't give up anything, but we change the consciousness. Instead of thinking everything in relation to our body, we see it in everything in relation to Krishna. Вместо того, чтобы все отбрасывать, мы стараемся увидеть или использовать это в связи с Кришной. Вместо того, чтобы использовать это в связи с телом, мы используем это в связи со служением Кришне. Right. So you don't give up family life. You stay in family life for the pleasure of Krishna. Вместо того, чтобы отвергать семейную жизнь, мы делаем семейную жизнь для удовольствия Кришны. And we use our body, mind, and words for the service of Krishna. И также точно мы тело, ум и... So you we have to be constantly thinking about how Rupa Goswami describes detachment. And then apply that detachment in relation to our own activities. Наше отречение зависит от нашей деятельности. Rupa Goswami said to give up all designations. Sarva padi vinirmuktam tat parat vena nirmalam. Right, we should give up all material designations. And then, Rishikesha Rishikena Sevanam Bhakti Uchate. And then use our senses in the service of the Supreme Lord, who is the master proprietor of the senses. So doing everything for the pleasure of Krishna, for the service of Krishna, that is detachment. Рупа Госвами дает еще одно определение. Сарвападхи винирмуктам татпаратвена нирмалам. Мы должны отказаться от сарвападхи, от всех упадхи, от всех материальных обозначений, которые мы сами себе придумали. И мы должны теперь, отказавшись от этих материальных обозначений, от вот этих ролей, которых мы придумали в уме, мы должны хришикена хришикеша, мы должны использовать чувство служения господину чувств. Окей. Это понятно? Да, понятно. И вот, допустим, вот вопрос такой. Вот я с ребенком маленьким, да, и еще я забочусь об Алисе, девочке, у которой мамы нет, ей 12 лет. И вот я иной раз вот как бы выбираешь, допустим, то есть это тоже служение, ну, я понимаю, для меня. И я просто должна его... посвятить Кришне, да, допустим, я еду с ними гулять, вот сейчас я еду, их выгуливать, так скажем, девочек, и я им дарю свою любовь, свое внимание, и я это просто должна посвятить как служение по отношению к Богу, правильно же я понимаю? Yes, yes, Guru Maharaj, I see, and I want to give some example. For example, I have a small girl, my daughter, I must to take care about her and play with her and go outside with her. And also I take care now about one girl, one Vaishnavi, small Savitri. She's without mother. Her mother died. Her name Alice Savitri. So now I'm
playing with the, with them, with my daughter, with this girl, I I'm using my attention, my love, and my time for them. As I properly understand, I should do this for Krishna's pleasure. Is it true? Yes. Is it? You have to bring them to Krishna consciousness. Да, вы так должны подводить их к сознанию Кришны. Don't be a mother unless you can deliver your daughter from birth and death. Нельзя становиться матерью, если вы не способны освободить свою дочь от круговорота рождения и смерти. So of course, whatever food you give them, it will be prasadam. So they have to see that how you offer the food to Krishna, and they should also learn how to offer food to Krishna. Поэтому все, что они едят, вы должны давать им в виде просада. Таким образом они будут видеть, что вы все предлагаете Кришне, и учиться также предлагать Кришне. And gradually, you have to tell them Krishna's pastimes. Let them hear everything about Lord Krishna's Leela, and then they can get them also to read the books. Также вы должны читать им об играх Кришны, книгу Кришны, рассказывать об лилах, о событиях, связанных с Кришной, с играми Кришны. If this one girl if you're going to take care of her, then she has to also be willing to sit and hear Krishna's pastimes, and she should also start to read the books, and she should become like a devotee. Читать с этой девочкой о лилах Кришны, чтобы она со временем сама смогла читать об этом самостоятельно и стать преданной. Окей. Okay. Это понятно? Да, да, понятно. Yes, I see. Okay. Благодарю вас. Thank you, Guru Maharaj. There is no more question, Maharaj. No more question, huh? Yes. Okay. So then we'll stop here. Я скажу, что на этом мы остановимся. Okay, Шрила Прабхупад ки джай. Джай. Гуру Махарадж, can you on Saturdays give lecture classes or not? Not now. Saturdays? What time? Yeah. Usually, I don't know in your local time, but before your big preaching tour in Europe, usually we gather it in Saturdays in Zoom, but later you not this opportunity. So now I don't know where you will be. Maybe if you will able to give classes in Saturdays, please. Well, I'll let you know on Friday. Okay. Yes, Guru Maharaj. What time would it be? When you was in India, it was at 4 a.m. Oh. Half past 4 usually. Then it will be difficult because I'm in Dubai. Yes, Guru Maharaj. And it will be 2:00, like 2:30 or something in the morning. Yes. Yes, I know. Maybe later. So maybe when later. I get, yeah, after a couple of weeks. Mm-hmm. Okay. Thank you so much. Thank you for your time. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Jai Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Спасибо большое за перевод. Возвращается Гуру Махарадж в Индию, да?
и он будет по субботам лекции давать? Нет. Я просто спросил, когда, если кратко мой вопрос, я просто говорил, Гуру Махараджи, есть какие-то по субботам, возможно, лекции? Он спросил, а во сколько? Я говорю, да я же не знаю, где вы находитесь. Я могу сказать, во сколько это будет. Просто раньше у нас по субботам они были, потом вы уехали в тур по Европе, они прекратили. Сейчас пока тоже нахожусь там, где это будет для меня 2 часа утра, я никак в это время не могу. Я говорю, ну, может быть, тогда попозже. Он говорит, ну, может быть, через пару недель. Я говорю, просто когда... Он говорит, а время-то какое? Я говорю, я же не знаю, где вы. Когда вы были в Индии, это было около 4 утра. Он говорит, ну, сейчас пока не могу. Вот и все, весь разговор. Спасибо, спасибо большое. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, Мадхи Владимир. Самавета Бхакта Вринда Кичай, Шилпрупада Кичай. Джай, джай. Madhi Vaishnavani, please accept my obeisances also. Happy to hear you. Yeah, my obeisances, Prabhuji. Happy to hear you. How are you doing? I'm fine. You are in Kamchatka now? Or yes, where are you? Yes, I'm okay. On Kamchatka. Kamchatka. Okay, good, Prabhu. Sometimes myself and Yuvati speak about you. Prabhuji, what is the Saturday class? Saturday class, I'm just thinking, there are at least 8 to 9 Ukraine devotees now here. And they got connected to Guru Maharaj when Guru Maharaj was there. Maybe I will try to make them also join with your Saturday. What is the class about? Bhagavatam or... It was class every Saturday, usually local time it was 9 a.m. But when Guru Maharaj was in India, it was approximately 5 o'clock a.m. It was Russian for, class. Adit Harana, it was 4:30. Yes. 4:30 India time. Indian time. It suits us, ma, because we are just three and a half hours. It's difficult for India to join, but maybe we can change time. Gurudev, so for us it's okay. Let's wait for Gurudev. But the class is about what, Mataji? Bhagavatam, Bhagavad Gita. Yes, it was fourth canto of Srimad Bhagavatam. It's review. It's review. Not review. Review. Not verse by verse. It's review. Review. But Russian translation is there, no? Yeah. I checked the Russian translation. After Guru Maharaj, let's see. Yeah. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, Adhidhar and Prabhu. Take care and. See you soon. I hope join with you in next class. Bye, mercy of devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shala Prabhupada, Jai Shala Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.